Они не понимают, что тебя нужно просто оставить в покое. Им не объяснить, что значит вся твоя боль. Потому сейчас ты человек, который не просто чем-то расстроен. Сейчас ты чувство, которое разделили на ноль. Пока все их теории строятся мимо, ты пытаешься объяснить, что тебя не нужно спасать. Они ждут пересказа твоих чувств, словно сюжет какого-то фильма. А ты не можешь его описать. И ты думаешь о том, где спрятать слезы от них, вместо того, чтобы с болью разобраться скорее. Потому что чужие нервы для тебя дороже своих. Потому что ты других бережешь, а себя не жалеешь. И когда устанешь от их вопросов, когда будешь не в силах сдерживать ком, ты ко мне приходи. Без приветствий, без спроса. Поговорим о другом. И потом я оставлю тебя в покое.